В мире расстройством аутистического спектра страдает более 67 миллионов человек. В Сочи сегодня проживает больше 120 детей-аутистов. Это те, кто имеет официально оформленную инвалидность. На деле же их может быть гораздо больше. Проблема в том, что это заболевание, о котором родители знают не так много, у детей просто не диагностировано. Именно поэтому в 2008 году Генеральная ассамблея ООН 2 апреля назвала Всемирным днем распространения информации об аутизме, подчеркнув, насколько важна ранняя диагностика и соответствующее обследование детей, которые вследствие своего заболевания испытывают значительные затруднения в социальном взаимодействии и общении с окружающим миром. Таким детям в Сочи помогает краевая общественная организация «Православная Кубань». 2 апреля там пройдет День открытых дверей. Программа, которая рассчитана как для детей, так и для взрослых, продлится с 3 часов дня до 9 вечера. Гостей также ждет концерт и шоу мыльных пузырей.